Всем привет, меня зовут Максим. Сейчас мы находимся в республике Мариэл. Рядом со мной Иван, приветствую тебя. Привет. Охотник, рыбак, блогер. Сегодня мы поговорим о охоте. Иван, расскажи, когда ты начал заниматься охотой? Как давно? Ну, официально или нет? Официально и неофициально. Ну, неофициально я, как бы, с, наверное, лет 6-7 уже, как бы, ходил с отцом на охоту. Потому что у меня отец, он всю жизнь охотится, до сих пор, вот ему уже там за 50 лет, и он до сих пор ходит на охоту. Его также приучил его отец, потому что оба деда были егерями. Вот. И когда мне исполнилось 21, потому что, ну, 18 у меня не было возможности сделать разрешение, все, я пришел с армии и сделал себе разрешение. И так, в принципе, началась моя официальная часть в жизни охоты. Ваня, что нужно для того, чтобы стать охотником? Ну, во-первых, самое главное в этом, это желание. То, что связано с законодательством, новое законодательство у нас, это хотят вести охот минимум, но он был в свое время, в СССРские времена. Отец, когда у меня вступал в общество, он должен был пройти целый год, как бы, со старыми охотниками курс обучения, тот же охот минимум, и за него должны были поручиться два охотника в возрасте, как бы. Ну, на данный момент это надо пройти обучение на оружие, что ты умеешь обращаться с оружием. Вот. Получить зеленый охотничий билет, общероссийский. Вот. Только после этого ты идешь, сдаешь справку, ну, медицинскую, на наркотик, на все, на оружие, справка специально. Только после этого ты получаешь разрешение на покупку оружия. Слушай, а сколько все это будет стоить? Вообще цена приблизительно? Ну, медицинская справка 2600 где-то. Ага. Охотничий билет, я сейчас не знаю, я получал в 2007 году, вот. Ну, там, мне кажется, не так много, тоже 1002, может. Ну, ты его один раз получил в жизни, как бы, и то все. То есть, и все. Да. Пересдача никакая не нужна. По охотничьему билету нет. Единственное, если ты будешь вступать в какое-то общество, есть охотничье общество, где у них есть свой членский билет, где ты каждый год платишь взносы. Вот, за вступление надо заплатить. Ну, в Подмосковье, допустим, это 5 тысяч разово вступить. И потом 2,5 тысячи каждый год там платишь. Ясно. Ваня, расскажи, какой у тебя был самый такой запоминающийся, курьезный случай на охоте? Был момент у меня, как раз я когда пришел с армии, только получил разрешение на оружие. И был в нашей бригаде, как бы, в коллективе. У нас была лицензия на кабана. Мы поехали на кабана, а я первый раз, как бы, на него. Я, ну, в основном птички, там, утки, рябчики. Вот. Приехали, посадили меня на вышку импровизированную, так сказать. Доска там на дереве прибитая. На 3 метра от земли. Передо мной я вез бассейн. И куча зерна отходов. Ну, то, что остается после уборки. Ну, сижу. Уже час прошел. Мне надоело сидеть, я устал. Я решил на эту досочку прилечь. Лежу такой, отдыхаю. Что-то там трещит. А я же не знаю, что это кабан. И в один прекрасный момент передо мной выходит мощный секач. Стоит на меня, смотрит. Ну, как бы, он меня не видит, но он меня чует. И такой, знаешь, он набирает полные ноздри воздуха. Так, и делает вот так. А я лежу. А я понимаю, если я шевелюсь, как бы, он уйдет. А на самом деле-то, если бы я потихоньку поднимался, был бы шанс выстрелить. Но на тот момент длилось 5 минут, но для меня, знаешь, такая махина стоит. И я с ружьем такой. И он такой постоял, попыхтел. И обратно в щепыгу заходит. Теперь-то я уже понимаю, что это идет кабан. Там все трещит. И... Он трещит, я потихоньку сажусь. В итоге он в метрах 30 на дорогу вышел, опять постоял в воздух, пофыркал, попыхтел и идет обратно. Я думаю, ну сейчас, я уже приготовился. В итоге он напротив меня остановился, такой подумал и ушел. Вот у меня была такая встреча первая с кабаном, когда я рассказал мужикам, они сказали, ты что, его уже слышно, он идет. Ну, я по первый раз... Ощущения у тебя были, конечно, наверное, запоминающиеся. Да, адреналина хорошего.
Причем, даже если бы, мне кажется, я сидел, я бы это... Не, если бы собрался, я бы выстрелил. Расскажи, что вот новичку с тобой взять на охоту? Вот пошел он первый раз, да? Какие дашь советы? Во-первых, новичок, скорее всего, это он пойдет на утку, ну, по птице. Угу. Большинство начинают. Для утиной охоты это ружье, патроны. Вот. Патроны желательно не крупнее пятерки. Потому что новички обычно набирают там тройку, начинается такая крупная дробь, которая, ну, мешает только на охоте. Угу. Вот. Это обязательно забродники, либо болотные сапоги. Потому что без них ты не сможешь достать утку, перейти препятствие какое-то, когда ты речку какую-то там переходишь. Вот. Либо зайти в камыши в те же самые. И чучела, если это охота осенью. Вот. Ну, желательно манок какой-нибудь там утиный, простой. Угу. Нож всегда надо иметь тоже под рукой, чтобы в случае чего там подрезать, отрезать. Когда идти на крупного зверя? Вот, допустим, как лось. На лося, прежде чем идти, я бы порекомендовал для начинающих охотников съездить на стенд. Угу. На стенд, в карьер, там неважно, установить мишень на 30 метров и приобрести разные пули, чтобы понимать, куда твое ружье и какой пулей попадает. Угу. И как ты вкладываешься, ну, вот всю вкладку. Только после этого ты сможешь понять, куда у тебя ружье стреляет, попадает. Угу. Я могу один пойти или это обязательно нужно группой? Вот, один ты можешь пойти на лося только в том случае, если у тебя есть лицензия. И это охотничье хозяйство, которое практикует охоту на реву. Вот сейчас вот у нас сентябрь, активная фаза гона лося. Угу. Вот. И ты можешь с егерем, да, приехать на базу там определенную, заплатить 70 тысяч и пойти с ним. Вот. То есть все равно нужен такой некий опыт, да? Да. Это будет охота с обслуживанием, но ты поймешь, как ведет себя зверь, тебя подведут, ты увидишь повадки его, как бы, и совершишь выстрел. Наберешься опыта? Ну, не опыта, это больше, знаешь, такой, встреча со зверем. Угу. Вот. А потом уже ты будешь коллективно ездить на охоту с ребятами, потому что загонная охота, она интересна по-своему. Ты можешь там 5 лет ездить, и на тебя зверь не выйдет. А можешь один год поехать, и там на 2-3 охотах каждый раз будет выходить зверь на тебя. Угу. Скажи, собак постоянно с собой берете, нет? Ну, у отца вот у меня сейчас лайка и гончая. Вот. Стараемся всегда брать с собой. По собакам, для каждой охоты, в принципе, нет универсальной собаки. Вот у нас лайка, она больше по пушнине, по крупному зверю. Вот. И есть гончая. С ней планируется охота, потому что она еще щенок. Вот, ей полгода. Охота на зайца. Вы собираетесь коллективно. Расскажи немного про это. Вот. Что за сборы это у вас? У нас коллектив в Подмосковье. Коллектив номер 5. Знаменитый. Вот, всем. Даже среди нашего общества. Мы... Как я в него попал? Также познакомился с ребятами, а я приехал когда в Москву, у меня же все здесь было, как бы, и я начал жить там, а знакомых нет, раз тут с одним пообщался, с другим, у меня там ребята ездят, охотятся, куда, один раз съездил с ними, посмотрел, где они охотятся, потом вступил в общество, вот, именно в Подмосковье, есть Маировский билет, Московское общество охотников рыболов. Если общероссийский, зеленый, но чтобы охотиться там и не платить, допустим, 1000 рублей в день, а платить 200, то лучше взять билет членский. Угу. И начал, говорит, с ребятами ездить на охоты. Это очень красивая охота на гуся у нас. Вот. Загонная охота на лося, косулю. Вот в прошлом году я добыл 2 косули на одном и том же номере с разницей там, в 2 недели. Лося я тоже добывал. И в основном утка.
гусь. Ну, в принципе, вы охотитесь круглый год, да? Только в зависимости от летом дичи. Не охотимся. Вообще. То есть, не... Вот весенний сезон, по новому закону, он длится там 45 дней, что ли, получается, там разделили. Раньше он был всего 10 дней. Это у нас первая суббота апреля, что ли, где-то, или вторая суббота апреля. Вот, и 10 дней был. Мы обычно на гуся охотились. А сейчас разделили. Сначала ты охотишься на утку там 20 дней, потом на гуся 10 дней, и потом там еще на утку, там вальшно. Mm-hmm. Ну, сроки продлили как бы. Вань, сейчас мы куда идем? Ну, мы приехали в лес-то, не, в принципе, не просто так. А я предлагаю, хотя и сильный ветер, прогуляться чуть-чуть, mm-hmm. Посвистеть рябчика. Я взял манки. Вот. И прогуляться здесь. Я знаю, есть рябчик, как бы я неоднократно его здесь охотил. Вот. Попробуем, что получится. Самому интересно, как это все происходит. Давно мечтал попасть на охоту. Ну да, а потом мы пройдемся по речке и попробуем утку с подхода. Погода как раз для этого крайне успешная, ветер. И можно очень близко подойти к уткам. Легендарный мой дедушка. Нужно надеть сапоги. Кроссовка же не пойдешь ли? Что нам надо взять? Рюкзак. Что берем? Рюкзак. Обязательно патрончики. Вот они. Ну, это легендарный Браунинг Авто 5. Ему 100 с лишним лет. Родной еще приклад. Цевьё уже поменял. Вот. Безотказное, в принципе, ружье. Пятизарядка. Вот. Таких уже не производят. Вот. Это уже более крупная дробь. 2.0. На кого? Это на хищника, на каком-то. Сейчас патроны на данный момент, рынок российский очень дорогой. Стал. Дефицит идет патронов. Особенно спортивных. Вот. И в среднем патрон идет сейчас от 26 рублей. За патрон? Это один патрон. Это какой? Любой. Любой. 26 рублей. Ну я это называю самую, ну, среднюю цену. Угу. А так? Чуть повыше, если брать. 35-40. Там а что зависит? Качество или как? Зависит от, во-первых, от навески дроби. Здесь, видишь, 35 грамм. Угу. Пятерка. Если там брать, есть патрон 36 грамм, есть 24 грамма, есть 28 грамм. Вот. Зависит от навески. И от пороха, от производителя. Каждый производитель там отнизу, от капсулы. Если капсулы, допустим, иностранный какой-то, порох иностранный. Вот. Есть патроны Фиочи, там, ну, итальянские. У них пачка патронов стоит 1000 рублей. Угу. Пачка сколько штук? 25 штук. Ну что, снарядились. Сейчас пойдем. Все, рюкзачок. Как полагается. Ветер, потому что, видишь, птица сейчас сидит, ветреную погоду, она, ну, малоактивна. Не хочет. Но у меня вот вчера видео вышло на канале, вот, свистел очень хорошо. Ну, сейчас пройдемся, по соснам тут прогуляемся.
там по дороге. Они обычно возле дороги сидят. Летают, садятся. И можно подойти к нему и добыть. О, вот кабанчики. Не так давно ходили. О, видишь, целое стадо. Сколько вот так вот можно ожидать? Можно полдня, можно день проходить. Можно пойти и за 10 минут настрелять 5 уток, и все, норма, у тебя 5 штук в день. Как на рыбалке, да? Можно вообще ничего? Можно вообще ничего. Это не, просто многие, допустим, говорят, вот охотники, вы там убиваете, там, постоянно, там. Но можно несколько месяцев вообще, как бы, гулять просто по лесу. Это не означает, что ты каждый день там убиваешь животных. Каждый манок для определенной птицы получается, да? Да. Ну, вот сейчас мы, допустим, с тобой идем на рябчика охотимся, поэтому я взял рябчик, ну, манки на рябчика. Они есть разных производителей, есть серебряные, чуть ли не золотые, там, ну, охотники заморачиваются некоторые, у кого есть вот финансы. А вот у тебя их три. Это все на рябчика? Да. Вот это самочка, и это самцы молодые. А, то есть пол отличается? Ну да, молодые петушки, как бы они более громкие, они, ну, типа, вызывают на бой там. Они иногда, видишь, на петушка не отзываются, а если ты грубой самочкой начинаешь, то он прилетает, ты уже его добываешь. Прогулялись около 2 километров. Птица неактивна. Вот, я думаю, может и удастся поднять ее, ну, вдоль дороги. Но пока безуспешно. Сейчас мы еще чуть-чуть пройдемся, тут метров 500, наверное, до машины. Погода, ветер. Поэтому рябчик, он не откликается, старается найти себе тихое место и спокойно посидеть. И вот. Потом будем двигаться дальше, да? Какие планы? Да, по плану у нас дальше охота на утку. Она, мне кажется, будет более перспективная, поскольку ветер, птица сидит на воде, вот, и нас будет меньше слышно. Мы сможем спокойно поближе подойти и поохотиться. Надо все-таки погоду такую, чуть-чуть, чтобы было бы без ветра. Вот. Ну так, видели, глухаря видели, он поднялся, издалека. Да, издалека с дороги, помахал нам крылом. Сейчас отдыхаем, пьем чаек. А ты женат? Да. Тебя супруга, она поддерживает? Да, она со мной всегда ездит на рыбалку, всегда на охоту, ну, когда мы вместе выезжаем. Она составляет мне компанию, в загонных охотах она мне принимает участие в роли загонщика. Вот. Я на линии стрелков нахожусь, а она с другой стороны как бы загоняет зверя на меня. Да, она, ей там жалко, там временами как бы все равно ей жалость как бы присутствующая любым девушкам, там, которые любят животных. Но все равно этот процесс, он же, я не постоянно как бы занимаюсь этим. Иногда вот ей что прогуляться даже ради прогулки по лесу, покричать там. Можно с колонкой погулять. Все, что я добываю, я все это как бы готовлю. Я не бросаю это, как есть там очень такие типа охотники, которые настреляли там кучу дичи, там половину выбросили или не достали, потому что у них нет там болотников, еще что-нибудь. Возьмем двухстволочку. Ты сейчас меняешь оружие, да, получается? Ну, да. Там двухстволку. Двухстволочку хочу. Лучше? Ну, как ты
эффективнее. Безотказно. Безотказно. Сейчас попробуем на двухстволку. Да. Браунинг оставили в машине. Что, есть, да? Нет. Улетели. Сегодня прошла такая охота, добыли 4 утки. Да, причем все 4 утки разный вид. Вот у нас есть криковая, есть чирок, есть широконоска, есть мерковые, хохлатая чернить. Уже северная утка подошла. Ощипаем одну. Ну, покажу принцип, а то некоторые, наверное, ну, молодые охотники не знают, как это делать. Вот. Первое, что мы сделаем, это с крыльев выдернем, ну, длинные перья, чтобы они нам не мешали. На одном и на втором. До первого, как бы, фаланга вот этого. Далее легким движением раз удаляем пух. Осенний чирок, он очень жирный, поэтому я осенью никогда не отказываю себе в выстреле по этой маленькой утке. Многие говорят, маленькая, что в ней есть, но значит, вы не пробовали. Таким вот простым движением мы ее быстренько обрабатываем. Ань, дальше с ней что готовить? Можно тушить с картошкой. Uh-huh. Вот. Очень вкусно получается. Кусочками разделываешь. Можно готовить отдельно грудки. Вырезаешь грудку, отбиваешь и с солью, с перцем жаришь. Буквально там 5 минут, и она готова. Для этого потом берешь брусничный соус, uh-huh,
и объедение. Буквально, говорю, 2 минуты, и у нас практически уже утка вся ощипана. Утка небольшая, пеньков уже нет, потому что в августе очень много пеньков у утки, потому что она начинает линять, и у нее вырастает свежее перо, готовясь к перелету. Вот. Перелет потихоньку уже идет, потому что северная утка подошла. То есть мы добыли 4 штуки. Да. Больше 4 штук по разрешению нельзя, да? Ну, норма в день 4 штуки на человека. Неважно, ты с утра добыл или с вечера. У тебя, ну, в разрешении написано 4 штуки норма. Вот. Чтобы понимали, да, что не так пошел там, стреляя, ну, 15-20 штук. Нет, есть в некоторых регионах, у них в путевке указано, допустим, там 40 штук. То есть в день они могут. От региона зависит еще, да? Да, но у нас вот 4, там где-то 5 штук в день. Но опять же, осень — это такая хорошая пора, когда у тебя, допустим, в путевке есть рябчик. Ты с утра пошел, там, добыл уток 5 штук и спокойно поехал дальше охотиться на рябчик. Как бы ты себя не можешь не ограничивать уже в движении. Вот. Сейчас мы ее опалим, и наша уточка будет готова. Так, что будет происходить сейчас? Ну, мы взяли горелку. Я попрошу тебя подержать нашу шикарную дичь. Для чего мы это будем делать? О. Чтобы лишние перышки, которые остались мелкие, опалить, да? Опалить. Вот так вот мы ее, можно сказать, поджариваем, чтобы убрать лишние перья. Сколько по времени? То есть на глаз, да? Как? Сойдет все? Да, тут быстро. 2 секунды, можно сказать. Вот и все. Сейчас мы продолжим это дело с остальными нашими уточками. Ну, мне кажется, это хорошее завершение нашей сегодняшней охоты. Вот. Я хотел бы всем, кто начинает, кто охотится, пожелать ни пуха, ни пера. И до новых встреч. Вань, спасибо огромное, что пригласил. Я всем желаю здоровья и занимайтесь спортом. Всем пока.